Здравствуйте! В прямом эфире экстренный выпуск программы «Республика». О главных новостях Чувашии прямо сейчас. В студии Татьяна Трофимова. К этому часу в Чувашии подтвердились еще 15 диагнозов COVID-19. Теперь в республике всего 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел. Сейчас пациенты находятся в инфекционных стационарах. Степень тяжести заболевания у всех разная. Есть больные в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация на самом деле очень напряженная. Она, с одной стороны, складывается в рамках наших ожиданий, которые мы себе прогнозировали. То есть количество заболевающих и количество подтверждений новой коронавирусной инфекции все больше и больше растет. Буквально сейчас, вот перед тем, как прийти сюда к вам навстречу, мне сообщили, что еще 15 подтверждений. И итого у нас получается на сегодняшний день 33 подтвержденных больных, которые находятся на лечении. Один человек, вы знаете, выздоровел. Таким образом, итоговые цифры получаются 34 человека подтвержденных, один выздоровевший, и на лечении находится 33 человека. Три из них средней тяжести, один чуть более, скажем, сложной ситуации. И все вот это как бы текущая картина. Но кроме того, у нас под медицинским наблюдением находится 767 человек. Из них 41 – это достаточно в жесткой степени наблюдения. То есть мы по ним ожидаем, что в любой момент любой из этих граждан может показать нам тоже положительный результат. В этой связи хочу, может быть, еще отметить географию. Вот если взять сегодняшнее подтверждение, 15 человек, это Янтиковский район, 7 человек, Канаш и Канашский район, 4 человека, Чебоксары, 3 человека и 1 человек, город АллатРь. Как видите, география тоже расширяется, и это перед нами ставит вот такие новые задачи и новые вызовы. Эти вызовы связаны с тем, в том числе, что вот ближайшее это воскресенье и следующее воскресенье – большие праздники для православных. То есть это воскресенье – это верное воскресенье, следующее, соответственно, Пасха. И буквально несколько часов назад, в 12 часов, я встречался с митрополитом Чувашии, с владыкой Варнавой, и мы договорились о том, что мы призовем верующих, чтобы они максимально воздержались дома, воздержались от похода в церковь, оставались дома и молились дома. А вот вашими силами, силами волонтеров, мы предложим, значит, доставить им те святыни, которые они ожидают в эти праздники. Если вернуться к теме заболевших и ситуации в медицине, мы в целом, конечно же, система здравоохранения в Чувашии подготовлена и дальше готовится к возможному, скажем так, неблагоприятному развитию ситуации. То есть у нас на сегодняшний день подготовлено более 300 коек, которые специализированы для лечения подобного рода больных. Сейчас на стадии закупки у нас находится около 100 дополнительно ИВЛ. И в итоге, к концу апреля, мы должны подготовить вот количество коек чуть больше 600. В планах стоит 609, если быть точным. Эти цифры, вот, которые я вам называю, они нам должны позволить обеспечить всех заболевших, в случае, если их будет много, необходимым медицинским обслуживанием, а самое главное, той необходимой помощью, исходя из тех опасностей, которые несет вот данное заболевание. В
Врачи, представители власти, правоохранительные органы настоятельно рекомендуют всем оставаться дома для собственной же безопасности. К тому же за прогулки по улицам без уважительных причин штрафуют до 30 тысяч рублей. Санкции предусмотрены за нарушение правил поведения при действующем режиме повышенной готовности, который с 18 марта введен и в Чувашии. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Республика» в 18:00. Берегите себя и своих близких.